гибридная форма селекции капелюшного под названием Джованни. Сейчас в стадии налива. Вот. Форма грозди рыхловетвистая. Форма азиата. Видите, какие грозди у него. Значит, это будет сильно такого вот бордового цвета практически. Даже, можно сказать, коричнево-черного цвета. Полным созреванием вот окрас этих ягод. Значит, форма высокоурожайная, устойчивость невысокая. Значит, требует полного комплекса защитных мероприятий от грибковых болезней. Джованни обладает очень высокими вкусовыми качествами.